Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с дизельным топливом. Схема довольно простая. По данным следствия, 40-летний мужчина звонил по объявлениям и размещал в интернете предложение о продаже дизельного топлива по цене ниже рыночной. В реальности у подозреваемого ничего не было. Встретившись с покупателем, злоумышленник забирал деньги, якобы в счет оплаты топлива, и переставал выходить на связь. На его уловки попались два человека. Покупатели передали подозреваемому 18 тысяч рублей. При этом фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но Табаляк продолжил свою преступную деятельность и аналогичным образом обманул еще трех мужчин на общую сумму 31 тысяча рублей. В настоящее время все возбужденные уголовные дела в отношении задержанного соединены в одно производство. Злоумышленнику по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.